Привет, друзья! Мы сегодня посмотрим на игрушку 2084. Этот ролик в первую очередь зайдет любителям ураганных шутеров, ну и, конечно же, стилистики киберпанк. Усаживайтесь, пожалуйста, поудобнее. Это Ангад, первый взгляд, собственно. Да, это шутер от первого лица. Здесь есть сюжет, но нет русского языка. Здесь есть кое-какие геймплейные особенности интересные, которые могут прийтись по вкусу, могут и нет. На самом деле, мне понравились некоторые механики, связанные они с взломом. Собственно, всего окружения, в том числе и врагов. До врагов, которых можно взламывать, я пока не добрел, но до взлома окружения, конечно же, добрался. Дорогая команда, да, прочитайте это. Привет, друг. Мне очень не нравится, как здесь противники исчезают. Смотри, они просто аннигилируют сами себя в пространстве. Достаточно странно. Кнопочка Е не открывает никакие двери, она нас дэшит вперед, назад, собственно, как и Shift. Интересная такая тема. Пока я появился в таких вот трущобах, непонятных подвалах, вот эта вот штука напоминает мне о том, что это какая-то симуляция, что ли, или что-то типа того. Я уже сказал, я в сюжете не разбирался, потому что английский язык, да? Амуниция. Как нам брать патрончики-то с вами? Сейчас вам расскажу. Сейчас вот вы слышите эту падлу, да, которая чик-чик-чик бегает где-то тут рядом. Вот она где-то здесь. Выход написано, эта скотина там где-то за дверью. Ну давай. Нет, она не выйдет. А знаете, почему она не выйдет? Потому что я эту дверь не открыл. Я сейчас вам покажу, как все это делается. Короче, смотрите. Патроны берутся вот с таких вот ячеек на стене. Нужно подойти к ней или просто навестись издалека, нажать правую кнопку и нажать последовательно стрелочки, которые указаны на экране. Времени на это дается мало, я вот сейчас ошибся. Каждый раз стрелки разные. Вот, в общем, плюс 10 патронов мы с вами забрали. Также идет взлом окружения. Вот, открыть дверь, взломать компьютер, открыть дверь таким вот образом за счет взлома компьютера и убить, собственно, падлу, которая здесь... Падлу, которая здесь ошивает. Все очень просто. Все очень просто. Собственно, нам можно и туда пойти, и сюда. Посмотри, сколько их тут. Есть у нас тут вариант. Блин, очковые звуки, пипец. Есть варик раскидать гранаты. Немного я не понимаю, когда вот навожу ствол туда, попадаю почему-то вот сюда. Очень неправильные траектории у патронов выстроены. Ну окей, ладно. Вот это вот дело нам дает энергию, собственно. Отлично, за счет этой энергии мы пополняем тоже патроны. Но также на стенах будут висеть еще и... хилки, аптечки там всякие, прочее, прочее, прочее. Вот эта механика, она, конечно, здоровская, она нравится. Так, стрелочка нам показывает туда, значит, там сюда. Слишком просто. Здесь тоже, видишь? Нет, тут не выходит. Короче, кину туда гранату с средней кнопкой мыши. Эта скотина, конечно же, увернется. Опа, здравствуйте. А те, кто не увернулись, они как бы просто выжили, да? Ну, вариант, вариант, хорошо, окей. Забираю, забираю раз, забираю два, забираю три. Зараза. Дэшем можно отойти, отлично. Дэшем запрыгнули внутрь, активировали какой-то скрипт, появились вокруг нас твари. Это вообще-то жестко очень. Отлично, добавилось нам еще патронов. Я бы хотел, игра, найти аптечку. Мне было бы не дурно надыскать хилочку в этом странном зараза месте. Ну что? Ну что? По стрелочкам? Вот, кстати, и аптечка, смотри, оп. Отлично, вот тебе хилочка, Дима. Вот тебе патроны, здорово. Вот тебе проходик куда-то. Ну, это правильная стрелочка, она горит в эту сторону, да?
поэтому нам типа вроде как именно по ней. А что вот это за стрелка тогда, мне интересно? Ну-ка пойдем сходим. Вот здесь тоже стрелка правильная, и белая, и неправильная, и правильная, непонятно пока. Оу, хей, Лаура, have you heard about Robert? Нет, я не слышал ничего про Роберта. И не хочу, что мне этот Роберт, когда у меня у самой проблемы, ты видишь какие. Я не знаю, кто я, не знаю, где я. Только сейчас узнала, что я... Мать его, Лаура! Ох ты ж! Да, появление противников по скрипту из воздуха, это, конечно, чё? Как будто бы над нами сидит некий программист, который просто добавляет нам, знаешь, противников. Подрисовывает как в каком-то комик-зоне, не знаю. Отлично, забрал. Выглядит игра приятная, и у нее нормальная такая оптимизация, именно поэтому мне... у меня получается записывать ее, играя на ПК, что, ну, вы сами знаете. Ядрить твою ты! Нафиг! Нафиг, говорю, идите! Что у меня зачастую вызывают проблемы другие игры. Я заблудился, но ничего, мы с вами справимся с этой задачей, выбраться отсюда. Чё, нет-то? Ох ты ж мать. Ох ты ж мать, ты глянь, ты куда? Нас куда повело? Ну давай, ладно, подкопы я люблю. Ядрён башмак. Я не понял, как, я их дэшем, что ли, убил, или всё-таки гранатой? Блин, испугался свечения. Уйди. Уйдет, батл, бежит. Все, хана тебе, до свидули. Оу. Покажи им, как ты хорош. О, да, я покажу всем, как я хорош, мать твою. В общем, смотрите, внимайте. А, нет, стопы, у меня full хп, зачем мне тратить эту аптечку? Запомнили просто, что она находится тут, да? Если что, вернемся. Ну, мы, собственно, и так вернулись, типа, туда, откуда начинали. Идем теперь по правильным стрелочкам, вроде как сюда. Прям зазывают меня зайти по этой стрелочке внутрь. Ну, как вы знаете, не очень хочется мне верить этим стрелочкам. Не знаю, они прям не вызывают доверия у меня никакого. Но без них я нахрен заблужусь, так что ладно, по стрелочкам, так по стрелочкам. Здравствуйте, господа, хорошая. А она вы как, а? Хорошо, ладно. Понавылазили опять, ты посмотри, а? Заметили, да, вы, что нету перезарядок никаких? Все это потому, что у нас энергетическое, мать его, оружие. Если заряд энергетического оружия, то есть энергии, да, позволяет, то мы стреляем. Собственно, когда у нас заряд на нуле, мы тоже стреляем, но не так, как сейчас, а по одному выстрелу раз там в 2-3 секунды. Вот такая вот интересная механика тут тоже имеется, которая, в принципе, не нова, которая... часто используется там, где используется энергетическое оружие. О, сейчас босс какой-то будет, да? Дэшем. Оп, пца, три пца. А кто-нибудь будет появляться-то? Я готов, давай, иди сюда, буду стрелять. Буду убивать, буду аннигилировать, появись. Можно, кстати, не дэшить, можно за этой штукой просто прятаться и все. Давай. Отлично. А прикинь, прорезал. Вот мне хана была бы. Что делать-то? А может мне стрелять? А мне стрелять в натуре. Я ачивку получил, синги. Оу. А может вот так вот сделать? Видите, скорость стрельбы уменьшается.
уменьшается. Что у меня за... Повар. Плюс еще патрончики. Отлично. И давай взлом, 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 взлом. Отлично. 40 патронов. В обратную сторону пошла, падла. В обратную. Ядрить. Ай. А. Сука. Еще 30 патронов. Все, стреляю. На, ядрить. На, ядрить. Что ж делать-то, а? Чего-то мне кажется, я ее разозлил. Гидрини пенис. Убьешь же меня, падла, так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тише. Я ж так умру, правда. Где наш не пропадало? Опа! Патроны, патроны, патроны! Успел! Success! Здорово, прячемся! Мне нужны, мать его... Мне нужна хилка! Эта штука теперь в разные стороны ездит! Ну все, мне хана, ребят! Смотри, она тоже разные штуки ездит! В разные стороны! Дэшим, дэшим в разные стороны! Вот и все. Вот и все. А вы думали? Вы думали, что я всрусь, что ли? С первого раза? Вот так вот просто, изично? Нет. А смотри, я был прав. Это виртуальная симуляция. И нам действительно подбрасывали сверху противников. Можно пропускать, конечно же, заставочки. Но для чего нам это надо? Не для чего. Нам надо отдохнуть от этого ураганного шутера, который только что был.
Локации здесь разнообразные, судя по тому, что показывает Steam, не все так камерно, как было сейчас. Что достаточно прилично и интересно в этом плане. Ты пивка взяла? Вот это, мадам, я скажу, ты отсидела здесь в виртуальной реальности. На свое одно место. Виртуальный шлем. Тоже захотелось виртуальный шлем одеть. Короче, опа! И мы реально в виртуальной реальности опять по новой. Бомс? Так, что какие-то косяки с виртуальной реальностью у тебя, сестренка. Что-то не то. Что такое? А, ну это потому, что здоровье было практически на нуле, да? Ну, видимо, да. Так, взломать я это не могу. Хорошо, 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 давай. Давай, что ты покажешь еще? Ай-яй, ай-яй-яй. Нажал, нажал то, что надо, нажал. Уйди. Ох ты, блин. Скотобаза какая, а? Внизу сидит. Ну да, то, что это типа виртуальная реальность объясняет появление этих тварей вот так вот просто с воздуха. Но это как бы все равно бесит и раздражает, если честно. Не то чтобы это то, что нравится, да? Раз. Два. Три. Что? Кто вы такие? Что за чудо? Смотри, смотри, потекло. Да, опа, чё? Так, слышишь? Роботы, роботы, стервятники. Что это происходит? У них, посмотри, 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 посмотри. Успел. У них на головах, блин, эти твари. Телевизоры, в смысле. Ну да, телевизор — это тварь. Чё нет-то? Все? Я все сломал? А ты чё мне не помогал? Сразу надо было сказать, что ты здесь, блин, для помощи. Так, все, валим отсюда. Не знаю, играется бодро, играется очень бодро. Для, говорю, любителей такой стиль... Ты, твою, ты, сука, чё ж испугали-то вы меня? Для любителей такой стилистики, ну прям самое оно, мне кажется, да? Прошу прощения. Так, хилочки сразу взяли. Отлично, варик, варик. Оу, оу, оу. Что за? Что за? Че вы маленькие? Вы че маленькие-то такие? Это было неожиданно. Ну, мягко говоря. Покажи им, покажи, насколько ты хорош, насколько хороша, точнее, в данном случае. Да, насколько хороша, насколько быстра, насколько... Ты ловко и умело. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Классная передача была. Мое детство. Не знаю, многие, наверное, сейчас не поняли, что это Дима напевает. Да, Дима напевает вещь. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Так, а куда мы? А вот сюда мы. Все, отлично. Давай взломаю еще раз вот эту штуку. Мне нужны еще патрончики. Можно еще взломать, что ли? Нет? Нет. Все, ну проход здесь открылся. Погляди. Опа. Опача. Так, так, так. Ребята, а будут ли здесь какие-нибудь аптечки еще? Мне печали бы они. Блин. Как вы неожиданно появляетесь? Это ж надо так, а? Превратить меня в фейса просто за 2 минуты. Укую тут, бегаю, кажется. Я роняю зомби. Я роняю зомби. А! Иди! Я сейчас сдохну от вас. На, блин. Кто-то еще хочет что-то, а? Раз. Два. Куда бежишь? Стоять! Отличное место, супер. Вот здесь вот по тактике сейчас их всех раскидаем, расстреляем. И сюда. Ты.
Ты. Ты. Кто еще? Ты. И, конечно же, ты. Все? Чего бесится? Все, я пойду, короче. Отстаньте. Отлично, забираемся. Проходки-то нет никакой. Так, а куда нам? Куда? Блин, камерно пока что все. И страшно, если честно. А мы, по-моему, вернулись назад, да? По-моему, да. Если ты... Блин, а я забыл текст. Ловкий, умелый. Та-та-та-та-та. Забыл текст, прикиньте. Да ядрить, серьезно? Вот такой вот навязчивый бэктрекинг. Возможно, взламывать бесконечно эту камеру и получать себе хпшечки. Эй-эй-эй-эй, да все, отстань от меня. Сик бути, сикс, секс бути. Отлично, забираю все. Так, еще одна аренка, да? Ну да, да. Знаешь, мне бы побольше хотелось необычных врагов. Мне бы хотелось побольше ребят, вот, которых взламывать можно. Они как-то поинтереснее раскидываются, да? Опа! Здравствуйте! У! Ядрить твою ты! Сука! Так, ХП. Я увидел, что тут есть ХП. На, друг. Ёп, твою ты. Уйди. Уйди, говорю. Бесите-то меня сегодня, а? Что же так накинулись-то на меня, падлы? Да отстаньте вы от меня-то, ё-моё, ядрить башмак. Ай ты, фака, фака. Вообще нельзя останавливаться ни на секунду. Ты посмотри, какая. Ауч! 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 Вот больше всего вы раздражаете, мелкие. Ёп, твою ты. Оу. Дышать надо все, дышать надо все, дышать. Сдохну же сейчас, падла! Да, положили таки меня. Положили. Ну согласись, интересно, а? Где загрузка? Где? Как ты меня сохраняешь, игра? Перед самим боем. Ладушки. Ладушки. Давай, сильно не будем париться. Давай, появляйся. Так. Немножко не нравится то, что у меня... Ух.
на сейве нету здоровья. Вообще. Отцепись ты от меня, ты ядрить твою. А, зараза, я еще не попадаю по ним, прикинь, а? Много, а? Нет, этот челлендж определенно нравится. Опа! Как я мажу по вам? Нет! Я хорош, ты мажешь, ты... Понял, да? Смотри. Последних прям... Ох, ты ж скотина. Это больно, но это хорошо, это приятно. Больно, хорошо и приятно. Ах, ты ж какая тварь, а. Сейф вот этот вот с писюлиной здоровья. Это, конечно, уже, да, это уже обидненько. Получай. Все, короче, всех вас буду делать просто вот этой штукой. На. На, расстреливайся. Расстреливайся. Хана. Хана. Давай. Ты тоже стреляй по ним. Опа. И ты работай на меня. И ты работай на меня. Давай. Да хорошо, чё вы? Зараза, Sorry, Janus, no other way. Нет другого пути. Все, супер. Прям в три пулемета, в четыре руки. Три пулемета на стене и моя рука еще четвертая, да. О боже, это было хорошо, да. С третьей попытки, ё-моё. Я сейчас думал, что я на первом бы спровофлюсь так сильно. Джесс? Че? Да? Что случилось? Охрана сервер, пожалуйста, откройте. Лаура Лоффи, назовите себя. Лаура Лоффи, ID-номер такой-то, такой-то, я такая-то, такая-то. Мы обнаружили то-то, ситуация, короче, плоха. Вообще, оставайтесь в комнате. Инициация сука, протокола 13-я. Опять? А, протокол безопасности 13-го, поняли? Да, поняла все вообще. Включила. Вы счастливы? Счастливы? Да, спасибо большое за ваше содействие.
Ха. И продолжаем, короче, играть. Вот и норм, короче, в этом виртуальном мире, да, тусить? В общем, вот такая вот игра, ребят. Спасибо большое за то, что посмотрели. Не забывайте про лайки, комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, если вам по душе. Подобные другие ролики оцените. На канале их очень много. И не только шутеры, есть стратегии, есть монтажи, есть запись стрима, правда, это на другие каналы. Переходите также по ссылочкам в описании, там найдете и Twitch, если финансовое положение позволяет. Я бы не отказался еще и от помощи на Патреоне. Увидимся в любом случае на полях интернета. Спасибо большое и всем пока. Помните, сейчас все окей, а дальше круче. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, вы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. Но вот приключения спешим, друзья.